На конкурс дети читают стихи. Куянова Екатерина, 10 лет. Начальная школа номер 35, город Томск. Татьяна Лаврова, праздничное утро. 9 мая, восторги и боль. Поздравят тебя, с Днем Победы, позволь. Сирень, вишни, яблони прызнули цветом всем, кто воевал. Благодарны за это. Счастливое утро, чудесный подарок. Они отразили на фронте удара. С земли, с моря, с неба прогнали врага. Всем память о предках светла, дорога. Пускай на минуту умолкнут все речи, и в память о них зажигаются свечи.